Добрый день! С вами Светлана и мои ардиологи. Я, на самом деле, попав в документалистику, понял, насколько я люблю рекламу. Если 35 лет ты не сделаешь кино, то ты останешься сидеть на бесконечной скамейке вечно подающих надежд. Вот человек, вот прямой эфир. Зритель любит, когда ему рассказывают честно, искренне, и отсюда доверие возникает. Эдик пошел на Нью-Йоркский фестиваль русского кино. Но из больших планов у нас документальный сериал про... Дальше не надо говорить. Журналист, публицист, писатель, режиссер, сценарист больших фильмов. Сказал, блин, а ты, оказывается, не просто монтажер. А может, ты срежиссируешь фильм? Это, собственно, был взгляд этого персонажа.